Ну это перебор! У меня просто нет слов. Идемте покупать. О, портальчик, а я рядом. Готов к пристрелке? Готов к пристрелке? Адовой. Да блин, чувак, ну это слишком дорого. Ребята, хэштег, мы выиграли этого нуба. Ждем кое-что интересненькое. Здорово всем, ребята, кенты по кинопроводе. И у меня появилось лишних 100 халдишки. Пристегните ремни! И я позвал моего любимого друга ТикТака. Братик, поздоровайся. Привет, братишка, я тебе скажу, не лишних 100 тысяч, а полмиллиончика готов сразу. А знаете, что мы снимаем? Покупаю скины, с которых меня замочат. И вы посмотрите, ребята, ТикТак играет против меня. Не стыдно? Братанчик, в смысле не стыдно? Готовься проигрывать. Я тебе не братанчик, я тебе братанчик. Ребятки, пожалуйста, прожмите лайкусик. Блин, это было? О, тут нет. Нормально. Чувак, пушит. Давай. Одного забрал. Нет. У меня скин был дешевый, чувак, тебе повезло. Чувак, у тебя рарка была. Да тебе повезло, просто реально. Ну чё, ребятки, ну рарка это изи. Погнали покупать. 0.35. Мне даже стыдно такое покупать. Но я вам скажу так, это только начало. Ребят, обязательно прожмите лайк, если вы ждали эту рубрику с ТикТаком. Прямо сейчас прожимайте лайки, подписывайтесь. А мы погнали пушить дядю Тик. Братанчик, братанчик. Чувак! Ты вообще нормальный? Зашибись. Только начало игры, а я уже иду покупать Desert Eagle. Погнали. Ха-ха, ну для начала очень-таки даже дорого. Зашибись. Купил? Купил. Идемте дальше. И наш последний тиммейт, самый мощный чел, собирает на нож, стоит АФК. Чисто смотри, два типа встретились. Биба и Боба, лысый и собирает на нож. Ты не понимаешь, как он собирается на нож, он трейдится сейчас. Слушай, я тебе скажу так, я уже начал играть гораздо лучше, поэтому, скорее всего, мои пацаны сейчас тебя раскидают. Блин, а чего проигрываем? Даже читерово строя. Дорогулька, ты моя, а ты в курсе, что я сейчас жду тебя кое-где? С вас китайцы какой-то жесткий играет, это фермер. Нет. 4 хп у тебя осталось, прикинь. Это был я. Это же другой скин, это MP7, вот это за 4К. Настроя нет. Нет. Нет, подожди, я покупаю только скины от тебя. Так, ребята, счет 3-0. Окей. Ну, у меня тиммейты слабые. У меня вообще один чел собирал на нож и куда-то ливнул. Пошел дальше собирать. Братанчик, хочешь тебя расстрою? Тут калаш далее. У меня мой любимый калаш это Авик ТХ. Ой, Авик говорит, калаш. У тебя еще КРТХ? Ну, так, потихонечку. Нет, ты не посмеешь. Ты не посмеешь. Нет, это реально не смешно уже. А хочешь еще больше прикол? Ты не на том пленту? Не понял. Я не на том пленту. Слушай, а я успеваю или нет? Нет, чувак, ты не успеваешь. Ля-ля-ля-ля. О, я еще лысого замочу. Как главное замочить, а не... Фух, это был не ты. Я уже обкакался. Так, ну что, счет 4-0. Слушай, что-то мы играем прям очень плохо. Братанчик, надо тащить, я считаю. Мотивации поднять надо. Мотивацию нужно поднять. Мотивацию надо поднять. Ой, я сейчас подниму. Так, бросаем киберспортивный раскид, киберспортивный молик. Так. Ой, теперь мой тиммейт не может пройти на плент. Нет! А, меня завалили! Это был не ты. Ладно, ребятки, тут мы тоже ничего не покупаем. Хочешь прикол? У нас чел бегает с Авиком с трековским ТХ, который 30к стоит. Ну что, ребятки, что я могу вам сказать? Все, что было до этого, это была всего лишь большая игра. Я поддавался. Сейчас будет легендарный камбэк. Вы же знаете, я же далеко не ну. Да ё-моё! Блин! Сколько? 9500! Ты вообще там нормальный? У меня просто нет слов. 9500. Минус щелюха. Это очень жестко. Я это просто так не оставлю. Вот сейчас готовься. Так, все, поехали. О! Нет, я слепой. Меня пушить не надо. А ты один остался? А, не один, вас двое. Лежать! О, портанчик, а я рядом. Готов к пристрелке. Адовой. Давай, я стреляю. А! Сюда иди. Хэдшот, через 3, 2, 1, выходи. Выходи, хорошо. Оп! Окер, ты хастатрек! Это не хастатрек, это обычный, тебе повезло. Габелла. Идемте опять покупать ТикТок! Какой же это тиль? 5к! 5 косарей!
улетела. Идемте дальше. Хабелла. Слушай, я скажу так, давайте уже мы эту катку проиграем, потому что пацаны тут уже без, ну, без вариантов, 7-0. Но давайте так, чтобы меня замочили с дешевого скина. Великолепный план, Уолтер. Так, я тебе попытаюсь гранаты завалить, тупо как нуба. Ща, я тебе дам гранаты. Пацаны камбэчут! Ой, умнички, умнички, умнички. Граната полетела, опа! Не поверишь, ты, но ты меня попал. Да? О, это ты там был? Нет, 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 все, бежи, 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 бежи! Слушай, я надеюсь, что у тебя нету опять АКР-а. Братанчик, есть АКР, только другой, и он стоит, по-моему, примерно столько же. Опять АКР 12 у тебя? Нет, ты с ума сними. Ладно, погнали дальше. Так, так, так. О, нет, да че, да че? Ну это перебор! У меня просто нет слов. Идемте покупать. Мы все прокакали. Не, я, наверное, после этого уйду из стендов. Мне теперь не хватает один лоу-рейд, мой любимый. Купил. Это просто самое затратное видео в истории моего канала. Ладно, мужики, мы перемещаемся в каточку номер 2. Надеюсь, мне это повезет. Блин, киндуха, откуда ты берешь такие дорогие скины, а? В смысле, откуда? Братик, бул, дропчика. Вот откуда. Тем более, там вышло крутое обновление. Там добавили новый ивент, фабрика эльфов. И знаешь, что ты можешь там получить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Карамель. И эту карамель ты меняешь на бесплатные скины. Ого! Также добавили новый касик запретный. Я сегодня недавно выбил наклейку за 30к. Ну и, конечно же, хотел бы подарить моим подписчикам бесплатный подарок. Прямо сейчас посмотри на экран, вводи секретное слово и забирай свой приз. Все нужные ссылки есть в описании, а мы идем дальше. Ну а вторую каточку мы играем на зоне. Надеюсь, сейчас-то мне уже повезет. Надеюсь, не на настоящий. Ладно, все, мужик, погнали. За меня играет какой-то Микола. Микола, братик. Все, поехали, пацаны. Киберспорт, это моя жизнь. Киберспорт. О, там чела ФК у вас, смотри. Я его забрал. Да блин, ну мы 3-3 играем, но это вообще нечестно. Знаешь, я тебе даю шанс. Я отошел с плента и думал в попу. Я тебе подсказку даю. Слушай, а если мы еще раз дефюзим, это будет нормально? Не, это будет фейк. Давай, чувак. Нет, нет. Окей, первый раунд мы слили, но самое главное, не у тиктака. Почему каждый раз за меня ФК что ли играет? Ну это как было. Мужик, я тебе предлагаю так, давай честную перестрелку, прямо сейчас на мету. Ты готов? Давай. Вот чисто раз на раз. Нет, дальше, да, смотри, давай попробуй сейчас, вот, ты себя на реакцию споймаю, убьешь или нет? Давай, смотри, пробуй. Давай. Значит, дай твоего тиммейта убью, подожди, сейчас, тиммейта убью твою, не стреляй. Все, давай, играем, попробуй, попади, давай. Чувак, ну это было слишком легко, слышишь? На снайпера учился, что ли, нихрена себе. Сюда, на базу, кентуха, дефюзит, ура, первый раунд мы взяли. Я сейчас заплачу, это такой трудный момент. Это первый раунд за это видео, я затащил. Хорош. Честно же, прошло пол видео, у кента только один раунд. Так, я взял мой любимый Фомасик, а ты что? Чувак, без скина еще, да, наверное? Да, хуй без скина, Фомас Фьюри, Статрек, 4 биохазарда. О, чего вы тупаете? Ну почему бегаем, играем? Че, мне кажется, ты меня где-то ждешь. Братанчик, конечно, давай. Я использую очень интересную тактику. На спину челы заходит, прикинь. Опа-па, опа-па. Забрал, забрал, ну и садим. Найс. Та-та-там, 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 там, та-ра-та-та. 2 hours later. А мне лагает, слушай, он не убивался, Ты где? Блин, это было просто гениально. А ты не слышал, как я дефюзил? Да я не слышал, только пробежал. Не знаю, нормально, нормально. Развалил тебя как нубика. Так, ну что, дядь, погнали. Плент. А. Давай, малыш. Кого с... Нет, нет, нет. Ого. Ты видел только, что я флешку бросил. -1. Мне кажется, где-то тут. А у меня, знаешь что? Блин, меня завалил тип справа! Как он меня пошел? Так, блин, тихонечко, как он меня команде, потихонечку, помаленечку. Подожди, это был ботяра. А что у тебя за авик был? Авик ТХ. У тебя был авик ТХ? Да, Рагулька, ты моя, конечно. Ты что, гонишь? Так, братик, это плент Б. Блин, вы как будто со всех сторон. Вы как будто со всех сторон. Меня тупо пошли. Легчайше, левлечайше, у тебя, слушай, ну походу наша каточка, меня в спину, мужичок, посмотри, мы меня боты в команде. Я 4-4 играю, у меня типа 1-5-0-5. Мурадик, а ты посмотри на мой стату. Ну просто посмотри на это. Дайте мне авик в руки, и кент возьмет в рот. Да это не
не смешно. Ты хочешь меня замочить с Авика ТХ? Блин, как тебе опять повезло? Как тебе опять повезло, малышка ты моя? А что ты взял? Тебе просто повезло, брат. Настрой, ты нас покинул, чел. Слышь, а чилы уже выкупили, что это за видео пишут? Дай скин, я его замочу, слышишь? Да как ты это делал, ешь? Ха-ха, брат, это киберспорт. Слушай. У меня палец, он вот сзади тебя. Он даже попасть не может. Ого! О, нифига, у тебя. Не, нормально. Ну, с дабаша прям нормально у него. Ого! Нифига, он комбинер сносит. Нифига! Стоп, а мы выиграли? Мы выиграли? А как мы выиграли? Не знаю, бот кабины сносил. Слушай, ну это было очень смешно. У. Опа, твоих нахрен, сюда! Да блин, чувак, ну это слишком дорого. Троих, начинаем камбэчить, малышка ты моя. Это 5к голды. Идемте покупать. Еще один сок я люблю. А, сюда на базу. Улетел. Тел. Ну все, ребята, немножко посливали и хватит. Все, больше ни единого слива. Да, 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 конечно, конечно. Я вас жду, давайте. Мужик, а ты знаешь, где я? По одному расхлепываем, давай. А теперь смотри, кого слепит этот бот? Дорогой дневник. Габелла? Меня замочил ваш бот, который играет со статой 4/7. Я сейчас походу умру. Да не, он сдастся Redfall. На, -3 нахрен, сюда! Не-не, камбэка не надо, мужик. Пошел камбэк, Ранулька, пошел. Да, мне дали кэр. А вот теперь буду камбачить я. Слушай, я просто понял, что это вот мой нелюбимый плент. Вот на Б я просто развалил бы за 2 секунды. Да, конечно, на Б бы развалил бы. Слушай, у меня тиммейт один хотя бы стрелять начал, это уже что-то. Ой, хорошо-то как? Ты где? Я сверху. Не-не-не-не, у тебя не авик? Нет. Честно? Да. Ух! Тебе повезло, у меня была АКРочка, родная, у меня была АКРочка. АКР ТХ у тебя был? Да ты уже доелся с АКР ТХ. А сейчас что у тебя? А сейчас у меня, увидишь. Не, пожалуйста, у тебя другой скин или нет? Ну ладно, это не авик. Не, ну если это был бы авик, это был бы прям тильт. Да, я жду космонавтов, так скажем. Смотри, я сейчас по своему брошу молик. Ха-ха-ха, мячел мой сгорел. Нет. А где все? Это я! Охо! Так как? Хорошо. Чувак. Капец, вы разносите. Сюда на базу, легчайшего, величайшего. Ребята. Хэштег. Тик-так. Тик-так бот. Слышь, какой бот посреди мою сату. Так, что же мне взять в этот раз? Можно в рот. Это ты, это я. Между нами молния. Я держу на меду. Тебе не жить. Лежать, щенки. Скорлупа, всем лежать. Слушай, мне кажется, или... У кого-то из ваших тиммейтов вапа. Ты где? Стой, это ты остался? Да. Братик, флешечка. Все, я дефьюжу, ты надоел. Давай, дефьюз. Нет. А ты где? Ну, без скина! Это трындец, как тебе повезло-то, а? А что у тебя МК без скина? Да потому я поднял. Главное, чтобы Павик не поднял. Ну, сейчас, так сказать, ждем кое-что интересненькое. Сюда? Дядя, я просто развалюсь, у него в ударе! В 2 КД папа играет! Оп, папа. Нет. Это ты, это я. Между нами молния. Нет! Опа! -3! О, конец! Это должен был быть последний раунд! Идемте покупать. Это полный крах! -100! Каждое видео! Даже больше 100к! Я ставлю прямо сейчас запрос на покупку. Извините меня, но мне я хочу хоть на чем-то сэкономить. Я пробую купить Авик ТХ. Все, поставил запрос на покупку. Нет слов! Идемте дальше. Это было. Не, после того, что ты сделал, поверь ты мне. Это последний раунд для тебя. Я сейчас тебе сломаю просто лицо. Пацаны, вы готовы ломать лица? О, чел кивает. Ой. Не. Там какой-то чел, чел со спасом. Это не ты? Не. Ух, ни хрена, вы кабины разваливаете. Ой. Я один остался. Ну что, дядь, ну это извини, думаю. Да! Да блин, у меня лагает, это как? Это трындец, что за лаги такие, понял? Мне тупо лагало жестко. Братик, это называется твой скилл, а не лаги. Ребята, хэштег, мы выиграли этого нуба. Ой, пацаны, мы это сделали. Это было нереально затратное видео. Это самое другое видео в истории моего канала. Поэтому, если вам понравился потом видеоролик, прямо в эту секунду проживите лайкосик. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш нищий Кент АПК. Также, пацаны, переходите, подписывайтесь ко мне в ТГ. Там я вам разыграю АКР ТХ. И на мой ютубчик подпишитесь. Всем удачи, всем пока-пока.